Мур, привет, друзья, с вами Зверько. Как вы могли заметить, вступительные слова для новостных выпусков у меня закончились. В этом видео пойдет речь об обновлении 1.3.18. Выходы скинов. Скин на Ханаби 7 октября 599 алмазов. На Алису 11 октября 749 алмазов. Наталья 11 октября 749 алмазов. Конечно, в первую неделю скидка 30%. Новые эффекты для скинов. Сабир – Могучий воин, Мия – Капитан Шипов, Наталья – Призрачный танцор. Это все звездные скины. Про изменения героев. Исправили баги исчезновения крипов при отдалении экрана. Баги с невидимостью эффектов, примененных из кустов. Улучшили некоторые эффекты. Как героям. Тамуз. На ульту теперь действует пассивка Золотого посоха. И увеличили отхил с удара на 0.5%. Теперь 3% за удар от своего максимального хп. Это поможет выживать Тамузу в боях, но что-то не хотят править пассивку. Гатот Кача. Второй навык. Теперь персонажи, которые вынуждены атаковать Гатота после крика, будут получать больше урона. Первый навык. Ослабили базовый урон на 30. Разработчики усиливают значимость контроля при игре за Гатота, чуть ослабив спам навык. Хаябуса. Увеличили прирост атаки на 3 единицы, теперь 117. Наталья. Расстояние базовой атаки увеличили на 0.01, теперь 0.9. Ну по-любому заиграет, после таких-то изменений. Минотавр. Второй навык. Немного уменьшили исцеление. Люнокс. Второй навык, ну который за темную сторону. Немного уменьшен замедляющий эффект. И уменьшен урон на 1% на всех уровнях, который наносил урон от вражеского максимального хп. Люнокс выравнивает по урону во время ульты. Бэйн. Первый навык. Теперь потребляет 60 маны на всех уровнях. Ульта. Исправили баг, когда рыбы преследовали некоторые навыки. То же самое сделали с обезьянкой Клауда и вороном Фаши. Альфа. Изменен манореген, теперь 31 вместо 16. Прирост атаки теперь 1.2 вместо 1.2. Первый навык. Потребление маны теперь 60 на всех уровнях. Второй навык. Улучшен индикатор навыка для пущего эффекта. Ульта. Уменьшено потребление маны на 20 на всех уровнях. Это серьезное склонение альфы к еще более частому спаму навыками. Надо попробовать его с эмблемами поддержки на манореген. Харид. Немного улучшили эффект ульты. Алдос. Первый навык. Улучшено описание. Аврора. Первый навык. Уменьшено потребление маны на 5 на всех уровнях. Хелкард. Прирост хп теперь 161 вместо 149. Молчанка от пассивки теперь действует 0.8 секунды вместо 1.5 секунды. Теперь так просто за магами не погоняешься, да, Хелкард? Изменение предметов. Удар охотника. Скорость передвижения теперь будет увеличиваться на 3 секунды вместо 2. Сапоги-скороходы опять получают нерв. Будут давать 80 скорости. При бое уменьшать свою скорость на 40 вместо 45. Свиток души. Усилено действие пассивки и увеличен лимит. Все равно он популярностью не пользуется. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока!